Лоик Раджабов откровенно рассказал о проблемах со здоровьем. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего новостного канала «Султан Ти-Джей Ньюс». Мы рады, что вы с нами. Итак, начнем. Раджабов рассказал о досадном поражении в финале Лиги ПФЛ, здоровье, восстановлении и желании попасть в UFC. Аджикский боец смешанных единоборств Лоик Раджабов рассказал, что последняя неудача в боях связана с проблемами со здоровьем. Об этом он отметил в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». Раджабов рассказал, что за две недели до боя в финале Лиги ПФЛ он сильно заболел гриппом, пролежал много без сил. «Когда я участвовал в первом гран-при, там тоже было все хорошо, вплоть до финала. В финале травмировал ногу. Во втором сезоне тоже было все неплохо до итогового боя. Во время весогонки, перед финальным поединком, я заболел гриппом», — уточнил он. Таджикский борец уточнил, что болезнь не оправдывает поражение. Но тем не менее он открыто делится, что не мог совладать со слабостью, и даже понимая это, он все равно решил побороться с соперником. «С телом было что-то не то, не мог стоять. В начале четвертого раунда я перевел соперника, но не было сил его держать, и он резко встал. До конца раунда он меня просто избивал. Держался на морально-волевых», — вспоминает спортсмен. При этом Лоик Раджабов добавил, что тело само отказалось дальше работать, даже когда тот очень хотел драться, весь организм трясся от бессилия. Что касается подписания возможного контракта с UFC, Раджабов заметил, что сейчас он является свободным агентом. «Думаю, я больше не буду драться в ПФЛ. Их календарь с частыми боями плохо влияет на организм. Может, из-за этого я не могу нормально гонять вес и восстанавливаться», — заметил спортсмен. При этом он сказал, что надо сейчас закрыть поражение и попытаться пройти в UFC, о котором давно мечтал. Кроме того, в UFC тоже знают о его намерениях и проявляют интерес. Раджабов также отметил, что если какая-то другая организация предложит ему хорошие условия по контракту, то он не откажется. Напомним, что знаменитый таджикский боец Лоик Раджабов проиграл титульный поединок бразильцу Раусу Манфия в легком весе ПФЛ 10-2021 и не смог получить 1 миллион долларов. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк. Жду ваших комментариев. Спасибо, что вы с нами.